Накануне в весеннем самом молодом жилом комплексе Пинского района, что в деревне Галева, на въезде в Пинск появился новый архитектурный объект – стела с государственными символами Беларуси. Она встречает жителей и гостей столицы Полесья. Проект разработан совместными усилиями Пинского райисполкома и кафедры ландшафтного проектирования инженерного факультета Полесского университета. Безусловно, эмоции переполняют. Эмоции, конечно, только положительные. Мы посчитали необходимым, чтобы въездные ворота в Пинск, значит, с основных направлений украшала подобная стела, которая символизирует наши основные государственные символы, герб, гимн и флаг. Сам этот комплекс весенний, который мы строим, значит, первый дом, который мы открывали именно в день вступления в силу решения республиканского референдума, его номер 3А, который в народе стали читать как «За», значит, самое высокое здание на тот момент в Пинском районе, которое также украшено государственным флагом. Поэтому все, наверное, предполагало, в этом, наверное, Божья воля, что именно здесь, в этом месте, эту стелу мы построили. Каждую грань стелы, выполненную в форме треугольной призмы, украсили узором белорусского национального орнамента с вертикальной надписью. В верхней части герб, на вершине флаг. Конструкцию лаконично вписали в облик микрорайона. Акцент в оформлении сделали на белорусские национальные символы. Местоположение объекта весьма символично. 80 лет назад именно здесь, на этой дороге, состоялся первый в истории Второй мировой войны партизанский бой, когда отряд Василия Захаровича Коржа оказал вооруженное сопротивление фашистским захватчикам, одержав победу, такую важную, которая потом и привела к победе советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом нужно помнить, в первую очередь, подрастающему поколению. Здесь можно видеть, сколько молодежи, сколько деток присутствует на этом мероприятии. Как сказал наш президент, герб, гимн и флаг – это наши святыни, которые мы все должны чтить и любить. В этом году День государственных символов белорусы отмечают в полном формате. Если ранее в названии праздника были упомянуты герб и флаг, то теперь в названии появился гимн. Церемония открытия стелы началась с его исполнения. Сегодня в Беларуси создана сильная власть, работает экономика. Символы – это память поколений. Наш белорусский флаг – наследник знамени Великой Победы. Цвета и композиция наших символов отражают социальный смысл государства, основанного на вере в добро и справедливость. Это светская икона. Очень важно, потому что символы государства Беларусь, они символизируют наш суверенитет, что мы суверенное государство. И очень рада находиться на данном мероприятии. Мы безумно гордимся тем, что мы сегодня присутствуем на данном мероприятии. Для нас это очень знаменательное событие, как и завтрашний день. Еще одним событием стало открытие реконструированного участка дороги Р-6 по улице Пинской в деревне Галева. Он изменился. До 4 полос расширили проезжую часть, построили вело- и пешеходные дорожки, тротуары, установили 5 автобусных павильонов. Такая добрая традиция накануне государственных праздников вводить в строй новые объекты. Это пример того, что приоритет внутренней политики государства был и остается человек и забота о повышении комфорта и качества его жизни. Беларусь, Беларусь, мы народ этой гордость и силы страны. Беларусь, Беларусь, только если мы вместе, тогда мы сильны. Мы движение вперед и ни шагу назад, поднимаем.